Грузовому транспорту закрыт проезд по проспекту Стачек. В Кировском изменилась схема дорожного движения на некоторых улицах. Теперь одностороннее движение действует в боковом проезде проспекта Народного ополчения на участках от Ленинского проспекта до Счастливой улицы и от улицы Подводника Кузьмина до Дачного проспекта. Та же история с проспектом Маршала Жукова. Новые правила действуют от Ленинского проспекта до улицы Маршала Казакова. Кроме того, теперь закрыто движение грузового транспорта на проспекте Стачек, улице Зайцева и дороги на Трухтанные острова от Кронштадтской улицы в сторону проспекта Стачек.